Оксалана, до наших чуть-чуть осталось. Потерпи. Ну что, мой дружа, пришло и наше времечко помирать. Вьемарлаба, лэта-кэрта. Джунгары! Мы вас не звали! Идите на... Стоп! Ты долбай... Ты чё несёшь? Почему не по тексту? Да потому что этот текст говно! В реальной жизни люди так не говорят и не любезничают с врагами, когда их хотят убить. Чё? Знаете чё? Нормальные люди даже в обычной жизни матерятся. А на войне тем более будет мат на мать. Вспомните, даже в советских фильмах про войну наши всегда кричали: «Ура! До Сталина!» Тебе они кричали за Сталина. Чё? Проси прощения, Макс, он же режиссер. Да какой он нахрен режиссер? Вот я хотя бы учился, а он? Ты закончил режиссерский? Да. Так иди нахрен отсюда и снимай свое кино! Понял? Макс, нам повезло работать с таким великим режиссером. Света, ты плохая актриса. Все время переигрываешь. Значит так, катитесь нахрен! Оба! Оба! Сам пошел! Че ты сказал? Кастинг директора сюда быстро! Я сказал, вы думаете, снимаете кино? Вы снимаете говно! Кучка дебилов! Я не понял, а кто за простой будет платить? А я при чем? Я при чем? Ну, ты уволил двух актеров. А где я сейчас тебе их возьму в степи? А это? До города никто не подбросит? Я тебе сейчас подброшу! Я тебя сейчас до города подброшу! Подкину, блядь, до города! Мам, я уже взрослый человек. Мам, мне уже 25 лет. Может, ты все-таки бросишь это свое кино и найдешь нормальную работу? Я что, 5 лет просто так учился? Сына, ну тебя же все время отовсюду увольняют. Ну когда ты уже возьмешься за ум? Вот был бы отец жив. Мам. Журка Малаларна хорош. Вон даже сын Раечки Казнайгаз устроился. Да он же просто заправщик. Зато машину себе уже купил. И ну и что в кредит? Эта машина старше меня. Вот зря ты бросил музыку, сына. Нам как раз сейчас нужны музыканты в оркестр. Была бы стабильная работа. Все, короче, давай дома поговорим потом. Дрон, ты у меня просто ас. Да. И не только в небе. Нет, не сейчас. Макияж испортишь, тем более мне на пробы надо. Точно, я с тобой. А тебе зачем? Да знаю я ваши пробы, все через постель. Если бы так было, Дрон, то я бы уже давно снималась. Так ты же недавно играла. Да, но нас выгнали оттуда из-за одного дебила. Да, Макс? Ты чего, Свет? Я же вам всем говорил, давайте снимать свое кино, а то так и останемся. Да. Никому не нужными ноунеймами. Короче, Тарантино, будет фильм, звони. Пока, Макс. Слышь, массовка, про завтрашний сюрприз не забыли? Ой, да поможем мы тебе, поможем. Ну, смотри. Сам ты массовка. Жанна. А ты помнишь, какой сегодня день? Какой день? О! Это так мило. Ты помнишь про мой красный календарик? Не-не. Я имел в виду другое. Всю жизнь мечтала управлять дроном из мужского туалета. Ты это Максу скажи, который решил жениться. Вот. Молодец. А
аккуратней. Выше, выше. Тьфу, ты как всегда попасть не можешь. Да там тесно, блин. Да не ори ты. Вот, молодец. Все, спускай до конца. Что, на тебя тогда будут? Выше. Да выше, я тебе говорю. Да подожди ты. В следующий раз сам дронить будешь. Это то, о чем я думаю. Ты выйдешь за меня замуж? Макс, ты зачем такую гравировку сделал? Это же наши инициалы. М и Ж. А туалетная бумага в комплекте не шла? Блин, точно. Ты меня простишь? Да, но носить не буду. Почему? А как я это родителям объясню? Так давай познакомим их. Мы такую свадьбу шикарную сыграем. Свадьбу? А ты что, не про свадьбу говорил? Да, только я думал, что мы просто распишемся и все. Просто распишемся и все? Да я свою свадьбу еще в 5 классе спланировала. Да ладно? Да. И что я в сторис выложу? Хэштег просто расписались? Твои родители обеспеченные люди, а моя мама нет. И у меня работы нет. Мой папа все оплатит. Жанна, я не хочу быть халявщиком. Ладно, давай сначала их познакомим, а там видно будет. Хорошо? В эту субботу нормально? Да. И знаешь что? Я тебя люблю. И я тебя. Это тебе за инициалы. М и Ж, это же надо было додуматься. Это тебе за свадьбу. Просто расписались, конечно. Скотина. Ну все, держись. Так, жду тебя через час. Папа! Ты дома? Привет, пап. Доложить обстановку. Я это, на рояле занималась. Так. Где же он? Кто? Сейчас покупатели приедут. Прям сейчас? Так точно. Доча, ты тут? Привет, мам. Чайник поставь, я сейчас спущусь. Дерусик. Руслан, ну давай уже быстрее, заходи. Карина, а где квитанция за коммуналку? Как обычно, в том шкафчике. Не в этом. В другом. В следующем. Давай, сынок, сейчас чаю попьем и поедем.
А это что за платье? А? А, это мама купила. Что-то знакомое. Напали 10 гномиков? Гопников, мам. Это хулиганы. Да, да. Может, полицию позвонить? Мам, не надо никуда звонить. Я же жив и здоров. Чего ты так волнуешься? Ну, а как мне не волноваться? Это только покойники не волнуются. И это, ма, в эту субботу мы с Жанной хотим тебя в ресторан пригласить. У вас каждый день кафе да рестораны. Эта Жанна вообще о чем-нибудь другом думает? Мам, тут другое. Познакомишься с родителями Жанны. Ты решил жениться? Так рано? Вы с папой 20 лет поженились, а нам Жанна уже по 25. Но это так неожиданно. Все ясно. Эта вертихвостка беременна. Мам, ну что ты говоришь? Жанна не беременна. Вот только не надо мне рассказывать. Ты мужчина, и в этом вся проблема. Какая проблема? Когда мужчины влюбляются, то перестают думать головой. Мам, мы с Жанной уже год вместе. Я хочу на ней жениться. И для меня очень важно, чтобы вы с Жанной поладили. Ты у меня самая лучшая. А Жанну я люблю. Ну все, мам, я побежал. Руслан, твой батальон зажали в ущелье. Твои действия. Правильно, сына. Надо занять круговую оборону и вызывать поддержку с воздуха. Пап, вы же в субботу свободны, да? Я хочу познакомить вас с Максатом и его мамой. Этот Максат, мам. Неважно, сделал тебе предложение? Да. И я очень рада. И кто его родители? У него папы нет, только мама. Марлен, что ты молчишь? Скажи что-нибудь. За сколько секунд он разбирает автомат? Пап, Максат режиссер, и он не служил в армии. Но он очень хочет снять фильм про войну. Как он собирается снимать кино про войну, если он даже не умеет разбирать автомат? Ну да, это как одетая Байзакова. Да, семейка в своем репертуаре. Но я все равно вас всех люблю. Чао-какао, мне пора бежать. Собралась замуж за нищего. Марлен, ты слышал, что твоя дочь собралась замуж за нищего? Как я буду людям в глаза смотреть? Господи, ну за что нам все это? Сынок, убери локти со стола. Ну что ты молчишь, Марлен? Отставить панику. Не зря мне сегодня этот сон приснился. Представляешь, приходит к нам Кайрат Нуртаз.
знаешь что? Без очков. И при чем тут Жанна? Я позвонила гадалке, и она сказала, что Кайрат Нуртас это к свадьбе. И? Что и? Да ну тебе, вообще тебе больше ничего рассказывать не буду. Да-да, вот так классно. Вот с такими фильмами. Конкурс Бекмамбета Тимурова, он же вроде закончился. Не-не-не, еще неделя есть. Если мы выиграем этот конкурс, то сможем получить запуск своего фильма. А там-то всего лишь одну сцену снимут по своему сценарию. У нас есть сценарий? У меня же есть. Ты что, и забыл, что ли? Нет, твой не пойдет. У тебя же там порнуха сплошная. Это не порнуха, а 18+. Только для взрослых. Давай. Слушай, может, мы лучше комедию про свадьбу снимем? Они сейчас залетают. Тогда уж лучше порнуху снять. Ну, не знаю. Да что ты тупишь, как андроид? Ты посмотри, что в инсте творится. Людям только сиськи до жопы заходят. И знаешь, что самое главное? Что? Вот мы с тобой отучились, получили дипломы. И что? А ничего. Ни фильмов, ни работы, ни денег. Ничего. Давай с елочкой. Только свадьбы снимаем. И то не часто. Разве мы о такой жизни мечтали, Андрюха? Да нет. Вот тебе деньги нужны? Нужны. Блин, может, колесо лучше? А я не хочу свадьбу в кредит. Готова? Короче, ты со мной, нет? Ну, допустим. А как быть с командой? Я уже все продумал. Для начала нам нужно найти деньги для проекта. А я его на переделку отдал. Тебе же гравировка не понравилась. Да, теперь будут полные имена. Махсат и Жанна. Ну ладно, пока. Целую. Девушка, а сколько за кольцо дадите? Хлопушка – это самый важный человек на площадке. Поэтому я решил пригласить Аню. Аня – профессиональная актриса, но в данный момент инструктор по фитнесу. Да, с такими хлопушками можно хоть 1000 дублей снять. А кто из них Аля? Аля, привет! Мы к тебе. Привет, Макс, как дела? А вы что встали, коровы? Везите булками! Работаем, работаем! А почему ты меня хлопушкой зовешь, а не актрисой? Просто у нас уже есть актриса. Макс, я всем отказываю, а к тебе напрашиваюсь. Аль, ты же серьезная актриса. Зачем тебе эта проходная роль? Ну ладно, я тебя прощаю. Аль, ты просто супер. Кстати, а твоя невеста не будет ревновать? Кому? Ко мне. Но мы же целый день будем вместе. Да. Придется как-то разруливать. В этом клубе работает самый лучший звукач в городе. А лучший, потому что самый дешевый. Как дела, Митяй? Один трек, 20 баксов. Не-не-не, как дела, говорю? Пиши! Я же не слышу ничего! Витя! Витя! Ты долбоеб! Да, да, конечно! Нахрена нам глухой звукач? У него ж только одно ухо чуток слышит. Поэтому он полсуммы скинет. Да, Витя? Одно ухо? Типа поработаем в моно, да? А больше вариантов нет! Хорошо, а как быть с актерами? Ты, например, звезд не потянешь? Да в звезду этих звезд. На главную роль пригласим Тулика. А что за Тулик? Забыл, что ли? Со старшего курса на актерском учился. Не помню. Он сыграл всего лишь одну роль, но так вжился в нее, что до сих пор в этом образе. Кто меня искал? Вы, что ли? Ждите тут. Класс, нормально, не обнимай, не обнимай. Короче, Тулик, мы хотим участвовать в конкурсе Бекмамбета Тимурова. И ты нам нужен. Бекмамбета Тимурова? Ага. Братан, что там, нормально все? Слышь!
свой закрой! Че потом? Я группу собрал. Хочу тебе главную роль предложить. На этой неделе свободен? Да я в любой день могу! Я же безработный. Братан, че там? Ты че, не понимаешь, баран? Ты не веришь, я здесь с людьми разговариваю? Нам ехать надо, братан! А че за роль-то? Там роль герой-любовник. Всегда мечтал. Братан, ну поехали, ждут, говорю! Сейчас подожди минут. Герой-любовник, говоришь? Конечно, смуга, я любую роль отыграю. Только сейчас никуда не приглашают. Боятся, походу. Ну, короче, все, пацаны, давайте. На связи, значит. Понял! Все, братан. Без обед. Я вас запомню! Я ж тебе говорил. Все, он наш. Рот. Да. А что с актрисой? У тебя ж там обнаженка. Значит, должен быть большой талант. Ну... Для этого я и пошел в стрип-клуб, чтобы у нашей актрисы была дублёша. Красава, Макс! Юлечка! Тебе не мешало килограммчик в спину. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам звонил по поводу девочек. А, это вы. Ну, я же вам по телефону сказала, что на выезд свободных девочек нет. И не будет на 2 недели вперед. У входа объявление читали? Не успели, Света. Всех девочек разобрали. Значит, сама сыграю. Света? А кого мне еще звать? А ты свою Жанну сними, а я посмотрю на нее. Ну, то есть на тебя, ну, то есть на вас. Ну, короче, ты понял. Трон, Жанна не актриса. И она не знает, что мы снимаем. Ну, я ей сказал, что это просто артхаус. А я не хочу, чтобы Света снималась голой. Света! А? А ты хочешь сыграть роль Эшли? Да, а чё? А Дрон что-то против. Тогда месяц тебе будет дронить. А, ты так решил, да? Зато команду собрал. Хорошо. Свет, а ты-то серьезно? Я насчет роли, Эшли. Ну да. А что тут такого? Я же актриса. Офигеть! Тсс, Жанна идет. А где снимать собираешься? Вот тут, у Жанны дома. Ой, Макс, прости, я совсем забыла сказать. Мой папа уже продал этот дом. И послезавтра отсюда уже всю мебель вывезут. Слава Богу! А завтра мы сможем снять? Да, наверное. Только завтра же знакомство с родителями. Знакомство с родителями в 6. Значит, надо успеть. Вот этот вот расстегивается спереди, а вот этот сзади. Тебе как лучше? Спереди или сзади? Ну, по идее, лучше сзади. Да. Мне снимать удобнее. Ваши? Наши. А может, предложите мне что-то особенное? М?
Легенд будет в этом? Чем меньше трусы, тем больше интереса. А еще я могу предложить вам вот это. А сколько стоит? 30 тысяч. Что-то у вас так все дорого. Трон, пойдем отсюда. Все облапали. Ничего не купили. Угу. Пидо. Замечательно и превосходно. Ты легенд. Ты мой. Чё говоришь, братан? Макс, смотри, что у меня есть. А нормальной хлопушки не было? Какой бюджет, такая и хлопушка. Ладно, несы. Все нормально. Слушай, этот диван раскладывается? Нет, и он неудобный, ужасно скрипучий. Ясно. Слушай, давай тогда его вот сюда вот переставим, там посветло лучше будет. Группа, минуточку внимания. Сейчас мы с вами будем снимать сцену, которая похожа на сцену из фильма «60 оттенков серого». А зачем эту сцену? Бекмамбет Тимуров был одним из продюсеров этой картины, а эту сцену мы снимаем для его конкурса. Он вежливый, сильный, умный, опасный. В этой сцене главная героиня приходит в дом начальника отдела проблемных кредитов банка. Привет, красавчик. Как видишь, и я пришла снова. Не потому что не смогла выплатить банку свой ежемесячный платеж по кредиту. И я пришла, потому что люблю пробовать разные вещи. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее одинаково. Загони меня в долги. Возьми меня в залог. Девальвация! И дальше жесткий секс. Этого же не было в сценарии. Я режиссер, я так вижу. Мне нравится. Хорошая сцена. В смысле хорошая? Это же чистая порнуха. Я против, чтоб ты играла эту роль. Э, алло, я не понял. А кто тогда сниматься будет? Может, ты сыграешь? Выбирай, Дрон. Либо тебя, либо меня. А может, меня? Ну, пожалуйста. Я родной, БСЛ, Массенсен. Макс, а что мы снимать будем? Мне же сценарий не дали. Походу поймешь. Класс. Толик? А почему ты все время смотришь на мою попу? Не понял. Имей в виду, наши чувства взаимны. Да это, братуха, завязывай. Какой я тебе, братуха? Вообще-то я к тебе симпатию испытываю. И хочу понравиться, как девушка. Как девушка? Ты что, гей, что ли? Ты что, больной, что ли? Ты что несешь? Во-первых, проще общайся. А во-вторых, я за такое и уронить могу. Вообще погнал уже. Или сладкого переел. Вот придурок.
Света! Сначала ты будешь стоять здесь, затем будешь говорить весь свой текст, после этого срываешь халат и обнимаешь Тулика. Я извиняюсь. Ну что, порнуху снимаем? Это не порнуха, Витяй, а просто постельная сцена. А, круто. Обожаю свою работу. Да ладно. Света, потом расстегиваешь лифчик, также роняешь его под ноги. И после всего дальше по тексту. Витя, Вить, что там возишься? Света вообще-то моя невеста. Дрон, ты чего Отелло включил? Да хватит уже ревновать. Ты что, шутишь, что ли? Нет, не шучу, я хочу сняться. Релакс, ребята, сцене. Я просто... Тишина на площадке! Дайте мне закончить с актерами! Я им мизансцену ставлю, а вы мне мешаете! И этот, Толик, вы же как бы давно знакомые любовники. Не втягивай живот. Братуха, я 2 года нигде не снимался. Ты уверен? Да. Лучше втягивай. Так, если все готовы, давайте распишемся на тарелке и начнем снимать. Она ж тут была. Ой, Макс, а это не это? Алин, ну ты чего? 5 минут. О, слушай, а как ты разрешил Свете сняться голой? Не, ну, а что тут такого? Мы ж профессионал. Уважаю. Тули! Лови мордой свет! Лицом, пожалуйста. А то ж тебя не видно. Так, давайте, по старой киношной традиции, снимем первый кадр и разобьем тарелку. Бак принес? И в смысле не принес? Чё, Вит? Чё ты хочешь сказать? Иди сюда пообщаемся. И в глаза мне. Приготовились. Мотор? Мотор есть. Камера? Есть. Сцена 43, кадр 1, дубль 1. Начали! Как видишь, я пришла снова. Я ждал тебя, потому что я всегда получаю то, что принадлежит только мне. Плохая примета. Стоп! Есть первый кадр. У меня было. Я самый большой. У меня самый большой. Дрон, а давай теперь Свету снизу снимем. Зачем? Ну, чтобы ее ноги казались длиннее. Не поняла. Ты что, считаешь, что у меня ноги короткие? Не-не-не, я хотел, чтобы ты бедрами посверкала. Чтобы казалось еще сексуальнее. Да, Дрон, снимай меня снизу. Чё? Да её хоть снизу, хоть сверху. Все равно скучно. Аль, ты чего? А может, наша хлопушка захлопнется уже? Чё ты там вякнула, овца? Это, между прочим, моя была роль. Чё? Макс, я этот сценарий наизусть знаю. Аль, хватит ругаться. Нет уж, Макс, а теперь выбирай. Или я, или эта бездарность. Аль, что тут выбирать? Света актриса, а ты хлопушка. А я бы сказала хлопышка. Чё? Света! Дурилка картонная. Девчонки, хватит ругаться! Близкие, мы, конечно, с тобой кенты, но тут ты реально перегнул палку. Ах так? Чтоб вы обосрались, кучка дебилов. Ань, ты чего?
Я вам это никогда не прощу. Капец. Говорил же, что плохая примета, если тарелку сразу не разбить. Турик, я не суеверный. А что такое дурилка картонная? Ой. Привет. Привет. Я не помешала? Нет-нет, все нормально. Привет, Жан. Всем привет. Привет, Жан. Тулиген, Виктор, это моя невеста Жанна. Здрасте. Приятно познакомиться. А можно я вашу съемку посмотрю? Мне так интересно. Блин, мы еще даже не начали. А ты знаешь, что мы снимаем? Кстати, да, Макс. Ты мне так и не сказал, что это за фильм. Это короткометражка. Авторская. Для Роттердамского кинофестиваля. Ты у меня такой амбициозный. Так это та самая история про войну, да? Да. То есть Тулиген и Света как бы брат и сестра? Да. В Европе ж толерантность. Так, актеры готовы? Да. Да. Давайте репетировать. Макс, а когда у нас постельная сцена? Витя, ты что несешь? Какая постельная сцена? Я ж тебе сказал, это прощальная сцена. Он просто сценарий не знает. Так, актеры, готовы? Давайте репетировать. Ну? Я ранен! Я ранен! Я извиняюсь, а какой у меня текст? Ты чё, Свет? Эх, война, война! Эх, война, война. А, столько несчастья принесла. Столько несчастья принесла. Свет, не тяни паузу, пожалуйста. Макс, так это обоснованные паузы. Я же испытываю массу чувств. Так, Тулик, а ты чё лежишь? Ты же должен обнять сестру. Да что сегодня с вашей памятью? Не-не-не, Тулик, ложись, ложись. Ты же инвалид, я забыл. На репетиции лучше было. Это Аля была. Алина. Что он тут делала? С подружкой. Она у нас с хлопушкой была. Что-то со Светой поругались. Вот. И она работает секс-шоп. Ой, Жан, забей. Салам алейкум, красотки. Ну что, Тулиген когда освободится? Да камасек ваш этот Тулиген. Не понял. Слушай, Жан, может пойдем? А то актеры стесняются. А, хорошо. Я сейчас приду. Репетируйте без меня. Всем пока. Пока, Жан. Пока, Жан. Я не понял. Это что сейчас было? Да просто Макс боится сказать Жанне, что мы здесь постельную сцену снимаем. Каблук. Да я сама не знаю, где будет встреча. Мама должна местоположение скинуть. Ты до вечера успеешь? А да, конечно, успею. Так, давайте начнем снимать. Осторожно, осторожно! Что такое? Над тобой гигантский каблук Жанны.
что угораешь? Над тобой каблук Светы не меньше. Так. Макс, а если серьезно, зачем Жанне брешь? Но я же режиссер. Я не могу говорить правду. Короче, давайте репетировать. Йоу, детка. Иди ко мне, покажу, кто здесь папочка. Жан, я буду готова через час. А, так вы уже приехали? Как неловко-то. Хорошо. Угу. Даже не знаю, что делать. Так все неожиданно. Сын решил жениться. О, поздравляю. Но там девушка из такой, знаете, с обеспеченной семьи. О, ему повезло. Значит, теперь вы мой VIP-клиент. Альбиночка, давайте сегодня без покрытия, а то приехали за мной уже. Хорошо. Ой, хочу вас расстроить. У нас со следующего месяца скидок не будет. Доча, слушай мою команду. Махсата и ее маму привезешь ко мне на полигон. Пап, ты серьезно? На твой полигон? Отставить разговоры. Ты же сегодня свободен был. Решение руководства не обсуждается. Конец связи. Макс, ну вы закончили уже? Нет, у нас форс-мажор. Дрон разбился. Как? Об стенку, прикинь. А скорая едет уже? Не понял. Жанна, дрон это не наш дрон, а коптер нашего дрона. Фу, Макс, ты чего? Нельзя же так людей пугать. Я думала, с Андреем что-то случилось. Ой, блин, Жанна, прости. Короче, дрон расстроился, теперь мы все ждем, пока он в себя придет. Понимаю. Он же совсем новый был, да? Да. Дней 10 полетал всего лишь. А я тут твою маму жду. Да, она мне звонила, сказала, что ты пораньше приехал. Ну ты давай побыстрее, Макс. Папа не любит, когда опаздывают. Ну, конечно, конечно. Ты же знаешь, как это для меня важно, да? Все, пока. Я тебя люблю. Это был светлый дрон. В его жизни были взлеты и падения. Наивный. Он так верил людям. А я... Дрон, поверь мне, теперь твой дрон в раю для коптеров. Свет? А это единственное, что у тебя было из черного? Покойный коптер часто меня видел в этом. Я думаю, ему бы понравилось. Тссс! Имейте совесть. Дрон, ну, ну что ты? А я тебе говорила. Лучше бы сапоги мне купила. Чего? Соберись, Андрюха. Совсем немного осталось. Не, нормально. Так, когда сначала снимаем мастер-план, затем грудь Светы, попу и так далее.
Я понял. Так, работаем. А что, поминать не будем? Жанна, вы бы следили за дорогой, а то ее Максат одна. Да, да, Игорь Лисетовна. Мам, ну вы скоро выезжаете? А, ну хорошо. Все, давай. Знаете, Игорь Лисетовна, я так рада, что мы с вами познакомились. Могу я задать вам неудобный вопрос? Конечно, спрашивайте. Жанна, вы в положении? Нет. Нет, что вы, я не беременна. Но тогда к чему такая спешка? Ну, просто мы с Максатом любим друг друга. И я у него единственная. Так, актеры, готовы? Давайте начнем снимать. Приготовились. Не-не, Тулик, это не то. Покажи страсть. Да ты что, Тулик, стесняешься? Реально, возьми меня за жопу, что все естественно было. Да, нужно показать страсть. Нам страсти не хватает. Сейчас будет вам страсть. Так, что ли? Угу. Не играешь, не сыграешь. Да-да, вот так лучше. Макс, вот так пойдет? Да-да, вот так нормально. Давайте на исходную. Дрон, а дыма немного? Он сейчас рассеет. Приготовились. Начали. Вау! Голая тетка! Чувак, ты это видишь? Да, классный стрим, чувак. Я сейчас нарезку для WhatsApp сделаю. Давай-давай. Охренеть, бро! Чё там? Это мой сон, Валь! Я тебе сейчас ссылку скину, там, походу, порнуху снимают. Я все маме расскажу! С тебя домашка по физике. Базаришь. Пацаны, звоните старшему и приезжайте все сюда. Теперь все узнают, что ты пидор. Марлен, не забудь сказать, что этот, как его, Максат, беспородная дворняга. И ему не место в нашей семье. Если ты не решишь эту проблему, я это сделаю сама. Ноги его не будет в нашем доме. Здравствуйте, здравствуйте. Здравия желаю. Здравствуйте. Пап, мам,
Знакомьтесь, это Айгуля Сетовна. Очень приятно. Это Марлен Шайжанович, Карина Айдаровна и мой братишка Русланчик. Очень приятно. Взаимно. А где Максат? А, немного задерживается. Сам позвал и сам опаздывает? Пап, просто он фильм снимает про войну. И у них там проблемы какие-то возникли. Ой, признаться, я вас немного по-другому представляла. Ну, это ж всегда так. Ждешь от жизни одно, а получаешь совсем другое. Ну так где все-таки Максат? У него телефон недоступен. Наверное, в метро едет. Значит, на машину еще не заработал. Мама, знаете, лучше 5 минут опоздания, чем минута молчания. Марлен, ну что ты молчишь? Ну скажи что-нибудь. А что тут говорить? Поехали домой. Поехали. Всего доброго, Айгуля Сетовна. До свидания. До свидания. Пап, мам, стойте! Максат сейчас приедет, он, наверное, в пробке застрял. Он нарушил субординацию, дочь. И это мне не нравится. Я понимаю, пап. Ну, раз уж мы тут, может быть, поиграем с вами, а? Ведь мы так давно не играли. А почему бы и нет? Пап, мам, вы просто супер! Чтобы она согласилась. Хочу прострелить ей башку. Что? Я? Ну, Айгуля Сидоровна, ну, вы же совсем молода. Ну, как я? Ну, давайте потянем время, пока Максат едет. Ну, нет, пожалуйста. Нет. Да посмотри на меня. Ну, пожалуйста. Когда ему встретится обеспеченная дурочка. И вот она ему встретилась. Я не дурочка, мама. Так, ты ведешь себя как ожега. Она тоже всегда говорит, что папа на тебе женится из-за квартиры. Так это у нее семейная традиция. Да. Это не честно. Жанна подслушивает. Военная хитрость? Молодец, доча. Прикройте меня. Как? Что мне делать? Работать в команде, мама. А мы отличная команда. Да. Ну вот видишь, Марлен, твоя дочь радуется, что тебя убили. Мертвые не разговаривают. Максат недоступен. Максат удивительный. Удивительный парень. Удивляет все больше и больше. Знаешь, Жанна, любовь-то, конечно, прекрасна. Но мне кажется, что вы с Максатом торопите события. Вы ведь тоже против этой свадьбы, да? Айгуля Сетовна, мам. Айгуля Сетовна. Знаете, я тоже хочу счастья своему сыну. И я вижу, что он любит вашу Жанну. Но я понимаю, что вы все равно помешаете их счастью. Поэтому, да, я против этой свадьбы. Жанна, не утруждайте себя, пожалуйста. Я сама даю домой. Всего хорошего. До свидания. Ну вот и хорошо. Жанна, Максат тебе не пара. Знаешь, что самое страшное, мам? Я всегда думала, что вы с папой желаете мне счастья. Но оказывается, это не так. Вам важно совсем другое.
Да что ты такое говоришь? Мы только и думаем о вашем счастье, чтобы наши дети были счастливы. Ты всегда так говоришь, мам! Но ведь ты ни разу в жизни не спросила, а что для меня счастье? Ни разу, понимаешь, мам? Ни разу. Не обижайся, мам. Но я больше не хочу, чтобы ты решала за меня, что для меня лучше. Где мне учиться? Как мне одеваться? И кого любить? Ой, доченька моя. Не надо, мам. Мне нужно побыть одной. Но я же хотела как лучше. Макс, прикинь, я слышать стал. Что случилось? Все живы? Все в порядке. А ты телефон разбил. Который час? Почти 7. Почти 7. Дай тебе позвонить. Алло. Жанна, прости. Макс, наши родители поссорились. Теперь ты можешь не торопиться и снимать свое кино дальше. Я же ради нас старался. Ты старался не ради нас, а ради себя и своих амбиций. Ты все испортил, Макс. И что теперь делать? Я не знаю. Ну ты же типа режиссер. Так придумай что-нибудь. А ты где? Неважно. Света, давай съездим в одно место. Куда? Туда, где мы с ней познакомились. А что с фильмом нашим? Этот фильм я просрал. Но Жанну я не хочу потерять. Поехали. Давай, рассмеши меня, спой песню мою любимую. Ну, спой. Ну, Макс, ну, пожалуйста. Давай. Сердце тысяч. Thank you.
снится же такое. Это сон. Это сон. Ребята, вы куда? Мы что, снимать не будем? А что снимать? Ты уже добился своего. Я же не специально. Слышь, Андрочер, а это уже не важно. Из-за тебя Макс все просрал. И Жанну свою, и съемки эти. А может, нам проститутку вызвать? Че? Нет, нет, я не в этом смысле. Пригласить проститутку на час и снять ее. Снять? Мой кореш недавно снимал видос. Пригласил девчонку из эскорта. А что, так можно было? Не, ну просто они же не снимаются. Там палева нет. Ну, допустим. А сколько это будет стоить? Баксов 200 где-то. Ну, у меня денег нет. Ну, у меня есть 100 баксов. Только они крайние. Да, у меня тоже сотка есть последняя. Звони. Отлично. Колян, здорово. Помнишь, ты про проститутку рассказывал? Снежана, можешь дать ее номер? Ага, спасибо. Сейчас кину. А что снимать будем? Нам нужно крупняки добить, там попу, грудь, как ты все это гладишь. Только сразу про съемки не говори. Пусть сначала приедет. Тихо. Здравствуйте. Допустим. Мне нужна то есть, мы хотим девушку Снежану. 200 баксов в час устроит? Да, устроит. Адрес какой? Адрес Горная, 15. Хорошо, скоро будем. А скажите, как скоро вы будете? У тебя там чечется, что ли? Скоро будем. Красава! Вечер в хату. Проходите. Снежану вызывали? Да, это я звонил. Вас трое или еще кто есть? Да, нас трое, но нам сам секс не нужен. Извращенцы, что ли? Нет, мы киношники. А какая разница? Ну, в общем, нам нужно снять голую попу, грудь Снежаны. Снимать по частям дешевле не будет. Да, конечно. Деньги. Снежана! На выход. Офигеть. Привет, мальчики. Я Снежана. Здравствуйте. Здравствуйте. Дрон, давай снимать. Без репетиции. А у вас другой девушки нет? Ты просил Снежану? Я привез. И денег уже не верну, ясно? Да нет, ну мы просто не можем ее снимать. Нам нужна была белая. Ты что, расист, что ли? Да нет, нет, я не в этом смысле. Я просто это... Да ты нацик! Да нет, нет, клянусь, я не это... Я... Ладно, что ты, расслабься, шучу. А ты сними этот черно-белое кино, этот, как Чаплин или Бакета. Эста, пэм! Че, зря кассу забашляли или че? Реально кучка дебилов. Все через жопу, а тебе бы потрахаться на халяву, да? В смысле на халяву? Там же мои 100 баксов. Так-то и мои тоже. Че? Ничего. Вот я, например, не расист, как Андрей. Я за дружбу народов. Пока, мальчики.
Пока, Снежаночка. Девочка, прям огонь! А чего это вы не попробовали? А что, можно было? Конечно. Или подожди, ты же не скидывался. Ну, я скидывался. Чего? Ну, ничего. Ну что, по домам? Нет, Турик, подожди, мы же не досняли. А кого снимать будем? Тебя, что ли? Что не так? Это вообще не похоже на задницу. Я не могу войти в образ. Ну, значит, нужно будет снимать настоящую. Твою или Вити? Мою, Турик. Мою. Теперь ты все знаешь. Да, я поняла. Когда-нибудь я сниму свое кино. Но сегодня я понял самое главное, что ты для меня важнее всего. Сынок, ты не голоден? Нет. Сонечка, ты знаешь, солнышко мое, что мы тебя очень-очень любим с папой. Тебя и Жанну. Сынок. Мама, отпусти! Почему все самое классное всегда происходит в Алмате? Да, лучше бы это была Света. Но мы же одна семья, какая разница? Ну что, пацаны, начнем? Тулик, медленнее. Да, и нежней. Не перебарщивай. Нет, не пойдет. Не похожа она на женскую. Сейчас-то все не так. Не блестит она. Не блистательная у тебя задница, Андрюха. Слушайте, а давайте маслом намажем, как бы дебилдеры делают. Подсолнечным, а? Подсолнечным? Да не, она сейчас вонять здесь будет. Глянь, что у Светы там есть. Сейчас. Вот это что за фигня? Ну-ка, дай-ка. Да нормально, и пахнет хорошо. Давай машь уже. Сам машь. Да давай я намажу. Один фиг трогал уже все. Ну что, красавица, готова? Ну вот, вот, прям дастиш фантастиш, а? Так, Тулик, замри. Витя, забери фокус.
тряпку убери. Она прилипла. Что? Прилипла, говорю! Вы что делаете? Снимаем. Ай! Я сейчас все объясню. Доча, а что здесь происходит? Пап, я сейчас все объясню. Это мой портрет? Ну что, братва, видели нашего торпеду? Это уже не Тулигент, Тулигей. Не так поняли, пацаны? Я не понял. А вы кто такие? Ша! Во всем мире порнография приобретает характер массовой эпидемии. И наш город не остался в стороне. Сегодня ночью полицейские задержали съемочную группу, которая снимала порно-видео гомосексуального характера. И организовала онлайн-трансляцию, набравшую более 1000 просмотров за вечер. Итак, станет ли наш город столицей секс-туризма? Ждать ли нам выставку «Секспо 2019»? Почему вы разрешили съемку у себя дома? Ну он же мой жених. Зачем ты сделал эту рассылку? Я же не знал. А? Я больше не буду. Жена не могла до меня дозвониться и вызвала полицию. В смысле гей, алло? Зачем вы снимались в эротике? Я актер. Я хороший актер. Слушай, ты встань, а то рука затекла. В моих кадрах нет ничего запрещенного. Ну посмотрите наше видео. Там же нет никакой порнографии. А зачем вы снимались в эротике? А я там хорошо получилась. Спасибо. Конец связи. Ну все, доча, твоих киношников только что отпустили. Ждем вас с Максатом вечером. И регулятор не забудьте. Папа, почему бы тебе самому не сказать об этом Максату? Мы же еще как бы с ним не знакомы. А я не хочу знакомиться с женихом своей дочери. Брово де. Я тебя люблю, пап. Ну все, беги. Макс, Бекмамбет Тимуров дает деньги на твой фильм. Да ладно? Это после вашего хайпа. А какой финал будет у нашего фильма? Я надеюсь на хэппи-энд. Значит, продолжение следует. Только для взрослых.
постельная сцена. Давай, мой тигр, у тебя получится. Давай, дыши, давай, делай. 57, 58, 59, 60! Стоп, снято! Есть? Молодец! Pump it up. If any woman comes around trying to test me, quiet up, stress.